Моделирование роговицы – это нехирургическая процедура, предназначенная для людей со слабой или умеренной близорукостью или астигматизмом. Моделирование роговицы для многих людей является приемлемой альтернативой лазерной коррекции зрения. В ходе данной процедуры используются особым образом изготовленные контактные линзы, которые моделируют форму поверхности роговицы, уменьшая или устраняя тем самым зависимость от очков или обычных контактных линз. Моделирование роговицы подразумевает изменение кривизны роговой оболочки глаза посредством придания ей на время новой формы при помощи газопроницаемых контактных линз. Центральная часть линзы прижимается к глазу ближе, чем стандартная контактная линза, и создает небольшое давление. Внешняя часть линзы окружает центральную область зрения и расположена чуть дальше от роговой оболочки, что позволяет роговице изменять форму. Изменяя кривизну роговицы, данный способ коррекции сдвигает фокус света обратно на сетчатую оболочку глаза. В результате вы видите лучше. Моделирование роговицы является полностью обратимой и неинвазивной процедурой. Если вы прекратите носить линзы, то ваша роговица вернется в свою первоначальную форму. В прошлом единственными моделирующими роговицу линзами, одобренными управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, были линзы, которые нужно было носить днем. Они доказали свою безопасность и эффективность. Однако недавно управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило новейшую технологию моделирования роговицы с использованием ночных линз, которые действуют на глаза так же, как зубные ретейнеры действуют на зубы. Живите без очков или контактных линз. Поговорите сегодня же со своим глазным врачом и выясните, подходит ли вам моделирование роговицы.